Сняты ограничения с лимита пополнения социальной карты жителей Ивановской области. С 10 сентября держатели смогут внести на карту любую сумму в удобное для них время. Между тем, лимит расходования в пределах льготного проезда, установленного законом об областном бюджете, 300 рублей на льготника, сохраняется. Напомним, проезд по карте в пропорции 67% от тарифа оплачивает держатель карты. 33% возмещают перевозчику за каждого льготника из бюджета. Исчерпанный лимит льготных оплат в текущем месяце сохраняет право воспользоваться льготным проездом в следующем. Карту можно использовать как электронный проездной билет. В Департаменте развития информационного общества работает горячая линия по вопросам изменения порядка пополнения социальной карты. Номер вы видите на экране. По нашей статистике, за 3 рабочих дня совершено где-то порядка 50 звонков. Если это сравнить с предыдущими изменениями по данному проекту, то это, в общем-то, спокойное восприятие населением изменений проезда по социальной карте, которые, еще раз говорю, достаточно позитивные.